В Большевиземском историко-литературном музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина работает уникальная выставка вышивки 19 века «Узоры пушкинских времен». Экспонируется около 100 схем для вышивания и работ. Именно по таким рисункам с начала 19 века и в Европе, и в Российской империи рукодельницы создавали свои произведения. Московские коллекционеры Оксана Григорьева и Константин Журомский представили предметы для этой выставки.